Ես օգտվելով առիթից, քանի որ վստահ եմ, հիմա մեզ շատ Արցախի մեր հայրենակիցներ են նայում. Так как я уверен, что нас сейчас смотрит много арцахцев, пользуясь случаем, я хочу сказать следующее и обратиться с призывом к нашим соотечественникам из Арцаха, которые покинули свои дома и сейчас в Армении или даже вне Армении. Дорогие наши соотечественники из Арцаха, дорогие граждане Республики Армения из Арцахской области. Русакан кайсрюцян, кахаканутян хетеванкове вордукима. То, что вы сейчас ни в Степанакерте, ни в Шуши, ни в Арцахе, это следствие политики Российской империи. То, что вы сейчас не в Арцахе, это следствие политики Российской империи зла, Московского Икарского договора, а также решения Кавбюро. То, что вам на протяжении 30 лет врали, убедив, что решение арцахского вопроса вне зависимости Арцаха и заставили вас пойти по этому ложному и ведущему к поражению пути, это следствие политики Российской империи. И настал момент, чтобы вы поняли одну простую истину. Арцахское движение началось под лозунгом объединения. У арцахской проблемы одно решение – его воссоединение с матерью Армении, восстановление территориальной целостности Армении в соответствии с международным правом и его принципами, а также решению Лиги наций. И только пойдя по этому пути, мы вернем Арцах и решим арцахскую проблему, и вы вернетесь в свои дома. И этот путь показывает вам сейчас только и только национальный демократический полюс. Настало время, чтобы вы вернулись к истокам и идеям движения. А то, что крах империи зла близок, я вновь и вновь подтверждаю. Сегодня я узнал, что российские банки стоят перед коллапсом. Российские самолеты уже поражаются посредством F-16. И российская армия терпит сокрушительное поражение, давая в день 1300 жертв. И в России уже начинаются внутренние распри, которые завершатся гражданской войной и экономическим коллапсом. Именно по этой причине мы говорим, что приближается момент освобождения. И от нас, и только от нас, будет зависеть то, сможем ли мы не только избежать потерь, но и воспользоваться этим историческим моментом и освободить нашу отчизну и вернуть Арцах. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.